Инновационный центр ЦИСКа открыли в Казанском федеральном сравнительно недавно. Но наши разработчики уже доказали американской компании не только правильность их решения, но и свою состоятельность. На данный момент на базе центра функционирует 5 лабораторий. Каждая из них уникальна как по своему оборудованию, так и научному багажу. С октября прошлого года специалисты центра успели удивить мир сразу несколькими инновационными проектами. Это и умные обои, и революционная фрактальная антенна, и индивидуальная система навигации. Все это без поддержки заокеанских партнеров было бы невозможно. Компания ЦИСК более чем удовлетворена нашим прогрессом за прошедшее время. Действительно, получили большое количество интересных результатов. Мы доказали, что у Казанского университета огромный потенциал исследовательский, научный, инновационный. Теперь международная компания это понимает. ЦИСК предоставил нам то необходимое оборудование, благодаря которому мы стремительно смогли продвинуться вперед. Однако дело не только в поддержке. Мэтью Смит признает, что когда речь шла об открытии центра, в ЦИСКе даже не подозревали, что сотрудничество с КФУ будет таким плодотворным. Я очень доволен тем, каких темпов достигло наше сотрудничество. Каждый раз, когда я здесь бываю, ваш университет меня приятно удивляет. Очень много сюрпризов ждало меня и сегодня. Я увидел очень много перспективных проектов, думаю, у них есть потенциал. Это не может не радовать. По итогам всего 4 месяцев работы центра в ЦИСКе задумываются о расширении сотрудничества с Казанским федеральным. Ведь разработки наших ученых уже вышли за рамки проекта «Умный город», двигателем которого и должен был стать Центр инноваций. А некоторым проектам в ЦИСКе и вовсе пророчат великое будущее. Например, фрактальные антенны. Мобильные устройства, они сейчас, естественно, очень распространены. И, естественно, для них нужны именно маленькие антенны. Вот эти антенны, они как раз являются одним из типов электромалых антенн. Вот, и их как бы актуальность, она, ну, понятна. Привлек руководство американской компании и проект «Умный контейнер». Идея внедрить умные технологии в одну из самых захламленных сфер принадлежит студентам. С этим проектом ребята выступили на первом хакатоне ЦИСКа. Идея американцам понравилась. Более того, совсем скоро они обещают провести второй хакатон. Ведь хороших идей много не бывает. Александр Александров, Руслан Урманов, Универньюз.